Не сдавайся, Анна. Не меняй ничего. Походку, улыбку, привычки. С 6:30 до 7 завтрак, горячий чай без сахара. Ты просыпаешься всегда раньше меня, чтобы набрался силы еще 30 минут, пока ты не приготовишь завтрак. Иногда торопимся со сумасшедшим желанием прикоснуться друг к другу. И часто спрашиваю, а двери закрыты? Проводишь меня всегда с окна. Боишься, что я исчезну, либо молишься, чтобы все было хорошо. Возвращаясь с работы, ты там же ждешь и ждешь, как ангел, наблюдая за каждым моим движением, всегда с улыбкой сильнее солнца. И если на душе бывает тяжело, все исчезает. Не сдавайся, Алла. Ты моя молодость, с каждым моим прикосновением к тебе я становлюсь моложе на минуту. Алла, никто не знал, что случится с прибитым моим Воронеж. Ты просто работала, а я просто работал. А все-таки ничего простого не было. Твоя доброта, красота и сленг водителя дальнобойщика. Ты была как источник самый чистый. Но еще не моя. Чай нашей школы 97 решил нашу судьбу. Чай обычно спасает зимой от холода, но он спас наше сердце, чтобы больше никого не искали. Проспект Патриота 22 становился моим домом. Пальма большая, красивая, рейчанц и обои, напоминающие Хрущева. Я знал, что любовь живет в мелочах, в совместной разборке и сборке шкафов, играми в дизайнера, кто лучше из нас что-то придумает в комнатах. В истериках прошлых любви, но ты настоящая моя. Между скайп, зеленая галочка, это радость, и сердце стучит в далекой Грузии. Очки, улыбка, и она моя, только моя Алла. Я не хочу стареть, я хочу, чтобы с тобой молодость вернул, прожить то, что не прожил, увидеть то, что еще не видел. С тобою рядом. Просыпаешься, я твоя елка счастья, ежедневная и новогодная. Я не хочу никуда без тебя. Мне тяжело, Алла, приезжай, все бросай. Дождь идет, а я боюсь. Далеко слышу голоса, хотел бы узнать твой, но не узнаю. Не сдавайся, Алла. А что чему любовь кричит, когда чешешь моя мечта, сердце. Припало мне, Алла, тебе.